Один из самых трагических дней в нашей истории – 22 июня 1941 года. Но именно с этого дня начинается героическая летопись подвига нашего народа, ставшего победителем в Великой Отечественной войне. В день памяти и скорби Министерство культуры Донецкой Народной Республики и артисты Донецкой государственной академической филармонии подготовили литературно-музыкальную композицию «Вечный огонь» от героев былых времен из кинофильма «Офицеры». Нет в России земли такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Сейчас растут.